В Татарстане выпал серый снег. Такое странное снежное полотно обнаружили жители сразу нескольких районов республики. Тем временем в Омске и вовсе выпали черные осадки. Пока экологи проводят экспертизы, татарстанцы строят догадки об осадках с оттенком пыли. Альметьевск впервые оказался на второй позиции рейтинга Greenpeace России по раздельному сбору мусора. Они анализировали наличие контейнеров для сбора, доступные для жителей круглосуточно. У Казани 16 место. В Казани открывается международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. В этом году он проходит в 36-й раз. На родине мэтра русской оперы ждут оркестры США, Украины, России, Германии. Во второй раз за историю поставят хит Джузеппе Верди оперу «Набукко».